Добрый день! В сезоне 2015-2016 года торговая марка Timberg продолжает расширять ассортимент в сегменте ультразвуковых увлажнителей воздуха. С каждым новым отопительным сезоном увлажнение воздуха в квартирах и офисах становится нормой и важным элементом для поддержания здоровья, бодрости и свежести. Сегодня мы расскажем о совершенно новых моделях ультразвуковых увлажнителей серии H2O, которые, мы уверены, заслужат симпатии покупателей техники Timberg. Увлажнители серии H2O сочетают в себе великолепный дизайн и превосходные технические характеристики. Расширенная цветовая гамма этих приборов дает возможность выбрать вариант, который органично впишется в ваш интерьер. Цветовая гамма приборов – классика цветовой палитры бытовой техники. Приборы белого цвета с активными цветовыми акцентами, фиолетовый, серый и металлик. И стильный черный корпус. Выполнены модели из экологически чистого пластика. Одна из отличительных особенностей увлажнителей этой серии – большой резервуар для воды емкостью 2,6 литра, что обеспечивает 8-9 часов непрерывной работы прибора по увлажнению. Увлажнители H2O обладают высокой производительностью до 300 мл жидкости в час, что позволяет им достаточно быстро повысить в помещении уровень влажности до нужных показателей. Увлажнители H2O обладают еще одной особенностью, которую нельзя не отметить – это тихая работа приборов. Это особенно важно в моменты отдыха и сна. Панель управления приборов моделей серии H2O представлена в двух технически важных решениях – механическая и электронная. Модель UL15M представлена с механической панелью управления. Ручка регулятора пара, стилизованная под вентиль, легко и плавно вращается, позволяя выбрать нужную интенсивность работы прибора. Приборы с электронной системой управления, модель UL15E, оснащены LED-дисплеем. И здесь тоже есть свои сильные стороны. Высокочувствительному сенсорному дисплею достаточно легкого прикосновения для изменения программ настройки. Панель управления позволяет выбрать одну из трех скоростей подачи пара, уменьшить яркость LED-дисплея. Включить функцию «Ночной режим работы увлажнителя» также можно с панели управления. В этом случае работа увлажнителя становится еле заметной и не будет мешать отдыху. При этом все функции по увлажнению будут выполняться в полной мере. Увлажнение воздуха в отопительный сезон – одна из приоритетных мер по сохранению здоровья. Ведь все мы знаем, как отопительные приборы влияют на качество воздуха, высушивая его и снижая его влажность до уровня 20-30%, тогда как для взрослого человека необходим уровень 50-60%, а новорожденным и маленьким детям 60-70% влажности. Во избежание риска развития острых респираторных заболеваний, снижение защитных свойств слизистых оболочек организма, ухудшение качества сна, рекомендуется поддерживать влажность воздуха в квартире на нужном для человека уровне. Этой осенью торговая марка Timberg предлагает своим покупателям и партнерам обновленный ассортимент ультразвуковых увлажнителей воздуха, подходящих под разные цели и задачи. Вам останется только выбрать. И независимо от вашего выбора, вы останетесь довольны приобретением, ведь Timberg – это умный выбор.